Здравствуйте. Время новосибирских новостей, ключевых событий дня за 17 минут. В студии Анна Протоковила. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ремонт дорог и благоустройство дворов. В поселке Пашино наводят порядок. Улицу Богдана Хмельницкого предлагают реконструировать к молодежному чемпионату мира по хоккею. Активисты собирают пожелания новосибирцев. Для актеров – свобода творчества, для зрителей – свобода передвижения. Театральная лаборатория устроила спектакль на Росточке. Целый квартал вместе с дорогами благоустраивают в Пашино. В порядок приводят сразу несколько дворов. Скоро работы начнут на 5 участках дорог. Используют средства сразу нескольких программ, чтобы навести порядок. Как благоустраивают поселок, доставшийся в наследство от военных, узнал Александр Сульдин. Щебнем засыпали проезды в 6 дворах по улице Солидарности. Убирают неровности, утрамбовывают покрытие. Когда асфальт начнете укладывать? Завтрашнего дня. Дай бог, если погода нам позволит, завтрашнего дня начнем укладывать асфальт. Во всех? Да, во всех. Начнем с тех дворов потихоньку. Сначала нижние слои, потом верхние слои. Асфальт здесь уложат в 2 слоя. Закончить работы обещают за неделю. Эти дворы благоустраивают по городской программе. Вместо узкого проезда широкий, вместо старого асфальта новый. Плюс вместительная парковка, которой раньше не было. Возле 76-го дома будет новая детская площадка. Озеленение. Территорию возле 3 многоэтажек приводят в порядок уже по федеральному проекту «Доступная и комфортная городская среда». Здесь, кроме асфальтирования, целый список работ. Высадка деревьев, установка современной детской площадки с мягким покрытием. Благоустройству Гвардейского подошли комплексно. Рядом со двором, который ремонтируют, решили привести в порядок участок дороги, что возле музыкальной школы и ведет к военному госпиталю, который располагается вот за тем забором у меня за спиной. Всего в этом году здесь приведут в порядок 5 таких убитых участков общей протяженностью 2,5 километра. На это потратят 20 миллионов рублей. Чуть меньше 100 миллионов рублей. За лето мы должны здесь вложить благоустройство территории и дорог вот этого поселка. Здесь не было поликлиники, ее просто не было. Поэтому договорились, что здесь будет отделение свое. Мы выделили муниципальные площади. Очень быстро идут работы. Я дал поручение, чтобы прилегающую территорию, которая является муниципальной, тоже привести в порядок. Раиса Житина живет в Пашино почти полвека. Работала в милиции. Вспоминает, раньше и дороги были разбиты, и по дворам не пройти. Сейчас совсем другое дело. За 2 года последние взялись капитально за благоустройство нашего поселка. Возле домов это самое асфальт. По дорожкам можно пройти и проехать. Я на дачу хожу, так что с тележкой хорошо проезжаю. Раньше за состоянием поселка следили военные. Только несколько лет назад его передали муниципалитету. С тех пор территорию приводят в порядок. Сразу по несколько дворов и участков дорог за сезон. Александр Сульдин, Олег Мощевитин, новосибирские новости. В Новосибирске оборудовали еще одну автоматизированную парковку. Ее запустили в тестовом режиме. В ближайшее время специалистам предстоит выяснить, насколько эффективно она работает. По всем принятым нормам и у нас, где уже работает платное парковочное пространство, и за рубежом, наполняемость парковки считается оптимальной. Это 75-80%. То есть в таком случае считается, что и парковка хорошо установлена в хорошем месте, и сбалансированный тариф. Парковка находится у ДК «Прогресс» по адресу Красный проспект, 167. С 7 утра до 9 вечера час стоянки стоит 100 рублей. Первые 60 минут бесплатно. С 9 вечера до 7 утра за парковку платить не придется. Автомобилисты считают, что таких стоянок должно быть больше. В центр обычно едешь быстро дела сделать, потому что... И вообще, если тогда обсуждать эту тему, вот давайте тогда тему парковок вокруг метро. Пусть у нас город про это подумает. Приехал до метро, доехал и поехал дальше. Как в больших мегаполисах, да, это делается. В Калининском районе вновь заговорили о реконструкции улицы Богдана Хмельницкого. Проект готовит студентка Университета архитектуры и дизайна. Собирают и предложения жителей, их уже более 200. Привести улицу в порядок планируют к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Побеседовал с местными жителями и активистами Михаил Якимов.
Я узнал у своей мамочки, как родился на Богданочке, как меня купали в ванночке и учили говорить. Ведь я вырос на Богданочке и влюбился на Богданочке. И живу на этой улице, и хочу еще пожить. Это не единственные строки, которые Владимир Корнеев посвятил улице Богдана Хмельницкого. Все основные события его жизни связаны с этим местом. Построили улицу в 50-х годах прошлого века благодаря руководству завода химконцентратов и Павлу Власову, дольше всех проработавшему на посту директора. В основном Богдашка, наша любимая, строилась под его началом. Вот. Строили ее заключенные МВД. И я сама выросла на Богдашке, на Богдана Хмельницкого. Я, будучи маленькой девочкой, видела, как вот заключенных везли в таких закрытых машинах металлических. Память о своих героях хранят здесь, в музее Калининского района. Трудовые и спортивные достижения, быт жителей Богдашки 60-х годов. Собирают здесь и уникальные истории, связанные с главной улицей района. Аллеи липовые. Они, во-первых, знаете, они не зимостойкие. Их привезли из теплого Алтайского края. И боялись, что они у нас не приживутся. Вот. Но их так посадили, что вот здесь вот проходит теплотрасса. И поэтому это вот я думаю, что вот эти липовые аллеи, они же, в общем-то, не везде, только на улице Богдана Хмельницкого. По сути, улица Богдана Хмельницкого была задумана как рабочая окраина. Микрорайон для сотрудников НЗХК. Но она с самого начала не была похожа ни на один окраинный жилмассив. Особый уют ей придают скульптуры Геннадия Арбатского. Уникальность улицы Богдана Хмельницкого – это не только красивые здания и приятные аллеи, это в первую очередь люди. Несмотря на все изменения, которые происходят с улицей и которые им не нравятся, это новостройки или оляпистая реклама на фасадах любимых маленьких зданий, они уезжать отсюда даже не собираются. Наоборот, делают все, чтобы улица стала еще красивее и вернула себе былое величие. Теперь у жителей появилась надежда на масштабную реконструкцию любимой улицы. Рассчитывают, что ее приведут в порядок к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он пройдет в Новосибирске в 2023 году. Несомненно, она станет гостевым маршрутом для туристов. И сейчас, в настоящее время, студенткой Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств разрабатывается концепция дизайн-проекта улицы Богдана Хмельницкого в рамках дипломной работы ее. В этом проекте, в этой концепции учитываются и тротуары, и газоны, и фасады зданий. Общественники идею поддержали и предложили жителям внести свои предложения по реконструкции улицы Богдана Хмельницкого. Уже собрали более 200 идей и замечаний и продолжают принимать заявки. Подать их можно на сайте общественного движения «Красная горка 2023». Михаил Якимов, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Третий конкурс видеосюжетов «Пишу историю города». Снимайте интересные события из жизни Новосибирска. Рассказывайте об образовании и науке, культуре и спорте, промышленности и строительстве, благоустройстве и общественной жизни. Принять участие в конкурсе могут журналисты, номинация «Профессиональный взгляд», все желающие, номинация «Народная летопись», школьники до 17 лет, номинация «Глазами молодых». Заявки и работы принимают до 15 сентября 2019 года. Победители конкурса получат призы. Более миллиарда рублей из федерального бюджета получит в этом году Новосибирск на строительство 4-го моста. Об этом сегодня рассказал глава регионального Минтранса. Деньги должны поступить в августе. Мотив на правах уже проходит процедуру согласования, эти деньги уже стоят. И ориентировочно в июле они будут утверждены, и в августе до нас доведены. То есть эти средства идут, мы показываем их, это как раз изменение госпрограмму для того, чтобы нам эти деньги получить из Росавтодора. В 2020 году регион рассчитывает на 8 с лишним миллиардов из федеральной казны. В законодательном собрании озвучили и другие финансовые изменения. Они касаются строительства городских объектов. Например, денег на инфраструктуру у Ледовой арены, возможно, выделят больше. А вот финансирование других строек придется сократить. Увеличены бюджетное ассигнование на 306 на капитальное вложение в объекты для многофункциональной ледовой арены. Уменьшено 11,6 ассигнование на строительство путепровода через железную дорогу Омск-Новосибирск на 6-м километре.
Сегодня лучших медицинских сестер чествовали в кинотеатре «Победа». Напомню, в воскресенье медики отметили профессиональный праздник. Помощниц врачей поздравил мэр Анатолий Локоть. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградили лучших медсестер. Об одной из них – Анна Братушкина. У вас по передаточному все в порядке? Да, точно все получилось. Каждое утро старшей медсестры Татьяны Кузьмовны начинается с планерки. Спрашивает о самочувствии пациентов, уточняет, все ли есть для лечения, дает новые задания подчиненным. Признается, больница – первая и самая сильная любовь в ее жизни. Я ни разу не пожалела, что я стала медицинской сестрой. То есть профессия на меня отложила какой-то отпечаток. Я и не представляю себя вот сейчас на другом поприще. Я не могу, наверное, что пройти мимо боли людской, мимо какого-то горя. Больница, конечно, это наша мощная, колоссальная такая. Я говорю, я прикипела вот душой и сердцем. Будущую профессию Татьяна Кузьмовна выбирала вместе с семьей. Мама, папа, братья и сестры решили. Отличница Таня, 9-й ребенок в семье, станет отличной медсестрой. И не ошиблись. Каждому пациенту Татьяна Кузьмовна дарит тепло и ласку, а о многих помнит даже спустя годы. Женщина была на самом деле красавица, врач, которая водила сама машину в то время. Представьте, настолько вот они попали в автодорожную катастрофу, и настолько было обезображено лицо, когда она детей привели к ней сюда, они ее не узнали. За отличную работу Татьяна Кузьмовна получила благодарность пациентов, признание коллег и немало наград. Недавно заняла 3-е место во всероссийском конкурсе за верность профессии. Они являются не то что даже самым важным, зачастую самым главным звеном в здравоохранении, во всяком случае в процессе лечения, это точно. Первые, кого мы видим, открывая глаза после операции, или тот, кто перевязывает нам рану и что-то, это медицинские сестры. Чествование медсестер в День медицинского работника в Новосибирске – добрая традиция. Сегодня помощниц врачей поздравил мэр Анатолий Локоть. В кинотеатре «Победа» наградили лучших медсестер. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. 4-й форум «Новосибирск. Город безграничных возможностей». Инклюзивный туризм, цифровизация, доступная среда. Более 400 мероприятий. Международные и федеральные эксперты. Десятки тысяч участников. Сотни волонтеров. С 26 по 30 августа наш город станет крупнейшей федеральной площадкой по внедрению инновационных практик формирования универсальной среды Новосибирска. Подробности и регистрация на сайте городвозможностей.рф. Возрастные ограничения 12+. Спектакль без помещения, литературного материала и четкой драматургии. Первый театр знакомит зрителей с ключевыми местами на карте Новосибирска. Сайт «Специфик Лабораторию» проводится совместно с известными критиками, режиссерами и художниками. Что она из себя представляет, об этом в рубрике «Год театра» расскажет Екатерина Макаркина. Живой оркестр, как призрак, бродит по улицам Росточки. Кто-то высаживает цветы, лелея мечту создать город-сад. Кто-то просто кормит голубей. Все это часть лаборатории «Сайт-специфик» от Первого театра. Задача актеров – оживить легендарный район Новосибирска. Нам хотелось показать, что даже в местах, которые нам кажутся мертвыми зонами, есть жизнь. И, собственно, вот когда сейчас зрители, да, подходили и благодарили, а многие спрашивали, заработает ли фонтан, это, к сожалению, не в наших силах, но сделать так, чтобы он хотя бы на мгновение заработал, это в наших силах. Сайт-специфик для Новосибирска – новое театральное направление. Это погружение в атмосферу и историю конкретной местности с помощью выразительных средств искусства. Хореографический перформанс, документальный театр или, как здесь, огромная инсталляция.
Зрители сами ходят с картой и находят жемчужины Росточки, акценты на которых расставил художник. Зацепило сразу, конечно, мы же локации выбирали заранее, это было по фотографиям сделано, потом ребята ездили по моему заданию, уже на Росточке искали места, которые им. Мне понравилась фактура. Твоя девочка с плеером. Росточка известна своей архитектурой. Сталинский ампир, флорентийский ренессанс, много зелени. Сейчас микрорайон приходит в упадок. Как человеку, который здесь прожил детство, приятно было как-то пройтись по каким-то местам, но одновременно и грустно, потому что видишь, как все разваливается и потихоньку умирает. То есть, когда ты подрастаешь, район даже воспринимается совершенно по-другому. И видишь, там, насколько все это красиво. Бесконечное количество арок. Вот эти балкончики, оформление окон, сами окна есть овальные. Ну и вот чувствуется, что в этих домах высокие потолки. Знакомить новосибирцев с направлениями, уже ставшими в столице мейнстримом, главная черта сезона в Первом театре. Такой путь, кажется, очень подходит молодой труппе. Актеры включились, они прошли вот совершенно новый опыт для них такого перформативного существования. Вот мы осваиваем другой недраматический театр. Посмотрим, во что это может вылиться. Результаты лаборатории «Первый театр» подведет в ближайшее время. Возможно, сайт «Специфик» совсем скоро станет для города привычным. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101.4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о том, как будет выглядеть символика Дня города 2019. На этом все. Удачи и до завтра.